Знаки зодиака с тяжелой энергетикой. Люди, которые обладают мощной энергетикой, часто находятся на самых заманчивых жизненных вершинах, ведь энергетическое поле человека – его сила. Вопрос, как человек использует эту силу. А кто это, я вам сейчас расскажу. Только ты для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак – близнецы. Их сила часто помогает им гор свернуть. Впрочем, иногда она действует обратно, что сказывается и на окружающих. Внезапно все идет наперекосяк. Второй знак – Козерог. Представители этого знака умеют передавать свое душевное состояние другим людям. Иногда это приводит к депрессиям, тягостным раздумьям. Козероги отлично управляют своей энергетикой и могут делать это намеренно. Третий знак – рыбы. Имеют способности заставить плыть по своему течению других людей. Последствия этого поступка редко им оцениваются, даже если они не привели ни к чему хорошему. Четвертый знак – скорпионы. Кажется, что они сильные и успешные люди. Впрочем, часто они испытывают тяготы от своей внутренней энергетики, расстраиваясь из-за внутренней несправедливости.